Всем привет, зрители, подписчики канала на Ютубе. Ну что, у нас сегодня пятница, уже 23 июня. Да, и мы все дома. Не выходной. Вот. Это папа вам сделал выходной. С утра решили. Мама хотела, чтобы вы пошли. Я говорю, ладно, зараз суббота, в принципе. Не повел вас. А мама, да, пошла на работу сегодня. Мама, да, мама обещаешь на сад. Я спрашивал у тебя, пойдешь, хочешь ты сад или нет с утра? Ты сказал нет. И с палачной опять с нами пришла, а? Кто пришел сюда ночью, а? Лялька. Так, у нас кушаем на завтрак пельмени со сметаной. И огурчик кушайте, солененький тоже. Да? Начнем ночью, кстати, был дождик. Уже под утро практически. В общем, лето. Такое у нас лето. Облачно и прохладно, кстати. Да. Как, в принципе, обещали, пятница это плюс 13. Вот, так что прохладно. Вы когда поспите в обед, да, мама придет с работы, да? Да. Так, Илья, давайте покушаем, потом будете пить. Уже целую кружку воду налили. И будете ролики смотреть, да? Так, папе надо сегодня еще убраться. Хорошо, сейчас будете, Валик будет заниматься тоже. И вы будете чем-нибудь заниматься, ладно? Читать, рисовать. А папа будет убираться, хорошо? Так, ну что, всем приятного аппетита и увидимся немножко попозже. Итак, ну что, время уже 2 часа. Ничего, в принципе, не снимал, как я, в принципе, говорил, то, что убирался полностью квартиру убрался. Помыл полы, протер пыль в ванне, раковину, на кухне посуду, да, за детками, которыми Владик тоже самое занимался. Детки у нас сходили сегодня с ума, немножко маленькие, вот когда они вместе, там вообще, конечно. Ну и в принципе уже знает. Это ужас, действительно. Копии повторяют друг за другом все. Ну, в конце, правда, посидели, посмотрели мультики они. Как раз я домывал полы уже. Вот. Заговорил с Татьяной тоже, что устал. Ну, в принципе, правильно, сегодня пятый день, уже пятница все-таки. Устает человек. Так, сейчас буду уже монтировать. Развлекается у нас телевизор. Вот. Ты на улицу собираешься, кстати? Нет. Чего хорошая погода? Нет. Дух дождь пойдет. Хотя дождя не придают, но тучки есть. Неплохие. Небольшие. Да, небольшие. Так, сейчас буду монтировать влог. Не знаю, что. Татьяна должна прийти уже полчасика. Вот. Что будем делать, точно не знаю. Что-то думать, что будет на ужин, хотя есть каша весовая еще. В общем, посмотрим. Что-нибудь вот. Детки мы кашу доедят, а мы что-нибудь с Татьяной. Полегче, как обычно, как вчера, в принципе, не знаю, посмотрим. Вот. Такие планы. Сегодня, кстати, Владик, я думал, в кино сходит на тачке 3. Другой, правда, кинотеатр почему-то, кстати, в Люксоре вообще в последнее время нет таких топовых фильмов, как «Мумия», ну, в прокате именно. Вот тачки сейчас получил, загвоздка тоже. «Пираты Карибского моря» была, получается, задержка буквально на 5 дней. В других кинотеатрах есть, где вот «Мельница» в торговом, там тоже возле автовокзала. Вот. Предложил Владику, да, сегодня полдесятого сеанс был, но не захотел. Так бы, получается, я бы отвел бы, что он не захотел. Ну, сегодня уже, конечно, да, может быть, сегодня не получилось бы, потому что с детьми, а так вчера разговаривать не захотел. Ну, в Люксоре не знаю, скорее всего, я знаю, в Москве где-то есть в прокате, а, ну, в некоторых кинотеатрах, но не во всех люксоровских. Почему, неизвестно, короче, ну, что связано с прокатом, с прокатчиками. Вот, может, меньше копий закупили, может, что-то еще. Вот, надеемся, будут все-таки гадкие сейчас трансформеры, потому что нам не особо как-то ничего не охота. Я хочу на гадкие сходить. Гадкие я буду на следующей неделе, да, третья часть. Надеюсь, что она все-таки будет, а то Люксор, чтобы не обломал нас. Вот. Плюс, за Владика что? Тренировка, а в воскресенье в раздолье, да, едете? В воскресенье еду на работу, не знаю, как там получится, Татьяна за тобой приедет, мама приедет. Потому что так-то она с тобой не поедет, это точно. Там посмотрим, не знаю. Что там будет, как обычно, пейнтбол, бассейн? Не пейнтбол, а... Лазертаг? Да. Лазертаг. И вот так вам. Бассейн, ну, посидите, послушайте. Если... Надеюсь, погода будет нормальная, да. Как обычно, если сменяется. Если все равно там будет день, я не буду купаться. Чего? Не хочу. Чего же не хочешь? Если будет тепло, почему? Происходящее в бассейне. Ладно, посмотрим, увидим. Так, ладно, все, будем опять дальше заниматься делами уже с роликом. И подождем Татьяну, просто с ней можно вместе. Всем привет, зрители и подписчики канала на YouTube. Итак, у нас сегодня 23 июня. Время сейчас 3 час. Я иду домой, только с вами здороваюсь, только начинаю снимать.
Папа сегодня решил устроить наш выходной деткам. Они сегодня спали, с утра, когда поднялась, начала, ну, когда уже оделась, начала их будить в садик. Они говорят, Сережа сказала, мы сегодня спим. И молча позавидовала, начала собираться дальше на работу. С утра было вообще так не моготу подняться, потому что ночью поливал на улице дождик. И прямо погода была такая сонливая, сон тянуло ужасно. И было прохладно. Я даже пиджаки... точно сейчас сняла, потому что сейчас на улице хорошо, тепло, светит солнышко, погода просто замечательная. Конечно, многие еще в куртках с утра, но в принципе кофточки с коротким рукавом вполне нормально. Так, я уже подхожу практически к нашему дому, иду через садик. Сейчас встретила воспитательницу, говорит, что вы там все решили выходной устроить. Я говорю, ага. Папа решил устроить выходной деткам и себе поспать подольше. Итак, я, соответственно, уже давно дома. Сережа сейчас куда-то пошел. С Владиком одеваются в магазин, они поедут до аэропарка. Хотим посмотреть, ну, мы, в принципе, с Сережей уже определились, что хотим купить Веронике подарок, соответственно. Но я не поеду, так детки сейчас уже проснутся. Плюс, пока пришла с работы, отдохнула, перекусила, и говорю, едьте вдвоем с Ладиком, выбирайте подарок. 27-й у нас день рождения, 3 годика нам. Детки наши еще спят, совсем разоспались, что Мать, выставь туда на площадку мусор просто. А как открыть? А не знаю, как открыть. Как хочешь, так открывай. Зефир топчем. Топтун. Мишка, топтун. Выставляй на площадку пока. Тише, вы, Миша, ничего там гребишь. Так, надо сейчас будить, кстати, Веронику и Илюшу. Потому что совсем спят. Время 5 час уже. А сколько они легли еще? Сережа, сколько они? 15-2 легли? Тебя еще не было. Ну, я напишу ответить. Ну, и спят. Разоспались уже совсем. Так, Владик у нас сегодня идет в новых кроссовках. Спасибо нашей подписчице, Ниночке, да, Найклс, их еще ни разу мы их не одевали. Сегодня я Владик, как я хочу одеть. Красавчик. Сейчас пойду будить наших маленьких. Не надо, пусть спят. Да, вечером что мы с ним делать будем? Не знаешь? Сейчас они выспятся. Выспятся. А? Не знаю, все. Когда я приду, тогда пойду. Не кричи. Чего? Посмотрим. Вечером гулять. Посмотрим обязательно. Только вопрос, во сколько. Так, ладно, все, увидимся позже. Всем пока. Пока? Уже пока? Кто у нас тут балуется? А чего ты кричишь? Я там ничего не делаю. Чего ты кричишь, крикуша? Кто у нас проснулся? Я. А там кто у нас проснулся? Я. Нет, скажи, мы проснулись давно уже, да, Илюша? Мы не укладывали. Папа укладывал нас спать. Папа вас спать укладывал? Да. Да ты что? Мы сразу сайки замели. Вы сразу спали? Да. И сайки замелись. Шарики? Какие шарики? Какие на балконе. А, все, поняла, какие шарики. Папа мне рассказывал про ваши тут выходки, а? Маленькие карапузы. Карапузы. Ага. Папа уходил, мы сразу проснулись, мы уже покушали. И уже и фрукты... Нет, не покушали. Как не покушали? Как же не покушали, и фрукты уже, и бананчики скушали. А суп нет. Суп нет. Ну кто-то суп не ел, да, кто-то ел, да, Илюш? У нас Вероника просто кривляшка, поэтому... Поэтому мы... Давай заплетаться. Нет. Ну ты же некрасивый, лохматый. Глянь, лохматушка маленькая. А, ножки тебе больно. У нас какая-то... То ли занос, Вероника, занос. Сейчас будем точно смотреть. Хорошо? Давайте вот сплетем хвостики. Нет. Вот вредная девочка. Вот ты вредятина маленькая. Моя. Это. Твоя рука? Да.
Отдай мою руку, отдай, 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 отдай. Пришел Сережа с Владиком домой. Да, ладно, что хотели, то мы взяли. Мама. Да, Сережа. Еще и Владику Лера. Припала там. Креатор какой-то. Да, ну, Лера, сейчас покажем. Там в том же пакете, где и где и карапузику нашему. Так, ладно. Илья. Покупки с лентой. Иди сюда. Не смотри. Ну, ничего там такого нету. Так, ну давай, то, что я говорил. Персил, персил. И у нас заканчивается. Для ванны, для туалета с энергетикой классически. Что у нас ванна ничего нет. Сколько он, Сереж, стоит? 180. Ну, экологически. Сколько здесь литр, наверное? Да. Папа, папа, мама, литр. Мама, мама. Вот, снимай, пока сейчас подойду. Так, Ренги, подожди, подожди. Так, сейчас не посыпется, как обычно, минералка рычевосу. Мультифруктовый нектар. Супчик сейчас покажу. Это что? Бананы. Полтора килограмма. Давай. Взял еще я шибы для разнообразия нашей кошки. Ну вот ты ее закармливаешь совсем. Так, кошку. На день рождения пойдет. Она же есть. С лосося нет. А, с лосося нет, ну да. Это сегодня на меня еще. Один. А, Олег захотел. Да, с лосося. Да, у меня вообще. Что-то дешевые были. Олег. А, вот такой, Владик. Что другое стоило? 6,12. Лего. Даже вот там. Еще там минус 10 рублей, это скидка была 300. Это же 500 она стоила, правильно? А, 500? Скидка, а, со скидкой. Она 800 стоила. Там написано было. То есть не 200, а 300 получается рублей. 300 вы за скидкой. Все там? Да, ребят, здесь все. Опять ты набрался, если пол. Новинки. Голубцы ленивые. Что за бред? Первый раз такое вижу. Я уже видел это на да? сайте, на фасоль. Борщ по-украински. Что только не придумали. Дешево, они по 45 рублей, получается 90 рублей кабардешники. То есть никак по 145 стоит. И хачу по-грузински. Дальше пошли. Хочу все. Девчонки у нас покупают очень часто. Даже там во дворе на авиационной, где это всем нравится. На авиационной девчонки берут. Да. Харчо. Кстати? Да. Уже пробовали. Ну, пробовали уже, по крайней мере. Я не видел ленте первый раз. А вот девочки же покупают. Ну, там журавля покупают. Может быть, девочки там уже бандеров. Пробовали, сказали. Я журавля пил раньше. Так, моцареллу взял. Опять моцареллу? Только другую. Ху-ху-ху. Нет, вчера было вроде ничего. Я вообще не люблю такой сыр моцареллы. А почему мокрое? Он вылился? Ну да, потекает, наверное. Значит, потекла моцарелла. Зеленый лук у нас закончился, хлеб. Что там такое? Сметанный майонез. Сметанный майонез. Ой, чего ты тут мокрый? Ну, потекла, Вероника. Так же, ну ладно, взял за. Это подвешник из того-того. Сливовидные помидоры. Это с радвеем я положу в раковину. Сейчас протрем. Масло. Тоже туда же, в раковину. Сыр потек. Это все добавлять, я думал, все не делать. Ну а что делать? Теперь все добавлять. И огурцы такие внизу. Почем они такие огурцы? 40. 40. Так, все. Под телефон. Андрей иди, идет. Покупки. Мы собираемся с маленькими на улицу. Горло хрипит. Пойдем немножко прогуляемся. Но перед этим замочила вещи в ванне. Чего не в ванне, а в нашем случае в ведре, потому что таз я забыла в той квартире наш, уже не стала забирать, ладно, бог с ним. И хотела попросить совета наших подписчиков. Дело в том, что постоянно раньше я пользовалась пятновыводителем, это мылом антипетин. В последнее время я не могу найти вообще его в магазинах, по крайней мере у нас. Я уже прошла не один магазин, и хозяйственный, и в гостевых магазинах не могу найти этого мыла. Вообще, как будто из продажи исчезла. Может, не попадаю на него, не знаю. Но факт того, то, что не знаю, чем вывести пятна, особенно с белого. У нас вот Вероника свои джинсы в траве измазала, там кофта светлая такая у нее. Короче, многие вещи, хочу, где это? Попробовала постирать просто в машинке, бесполезно, ничего не отошло. Сейчас замочила в персиле и в отбеливателе, пятновыводителе Босс. Но результата особо не знаю, будет, не будет. Поэтому хочу спросить мнение подписчиков, какими
пятным водителем вы пользуетесь. Сразу скажу, желательно бюджетный, потому что я знаю, что многие им пользуются ваниш, но я не считаю его замечательным прям пятным водителем, хотя может быть, потому что я как-то покупала, раньше пользовалась, но мне не сказать, что супер. Точнее, не раньше, как-то пару раз покупала его. Может быть, есть какие-то бюджетные пятновыводители, которыми вы пользуетесь. Пожалуйста, поделитесь со мной такой информацией. Так, а мы собираемся на улицу. Ну и кто это такой? Дед. Таракашка, паучок. Зачем ты сломал мамины очки? Положи на место. Еще один. Еще я не так одел, Илья. Давай собираться. А я положу. Что, вот так вот? Ну, Илья, ну вот так вот. Пойдемте на улицу немножко погуляем. Вероника, положи сейчас. Сверху кофточку еще накину. Пойдемте немножко прогуляемся. Влад, ты дома остаешься? Да. Не пойдешь точно? Ой, темно в зале. Короче, дело с Владом. Да, Сережа у нас сегодня готовит. Ой. Я не готовлюсь. Никак вчера. Убирай. Ты ничего не можешь, я принципе сказала. Ну, я сказали котлетку, потому что я делаю. Салатик съесть. Салат сделаю. И дети рис, видео давали с котлетками. А я тоже скажу. Ну, будешь писать, мало. Я сладко скажу. Вчерашний Мираторг, который ты захотел так сильно. Так, все, а я отправляюсь с детьми на улицу. Немножечко пойдем прогуляемся. Вышли мы гулять на улицу. Идем сейчас в тот двор. Мне там надо с девчонкой с одной срочно переговорить. Вероника, не спеши! Оба на самокатах, что Илья, что Вероника. Ну а что ты кричишь? Ты что, в лесу, что ли, находишься? Ты чего кричишь? Тихо, 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 аккуратно, Ильюш, машины. Бегом уходи отсюда. А ты заворачивайся, всех углов выворачивают. Ну что, нагулялись мы уже во дворе, как раз сейчас девчонки разошлись, мы тоже идем домой. Уже время у нас... Живот заболел у тебя? Полдевятого, набегались, напрыгались. Ой, тут Люда идет, сейчас я к ней подойду. Потому что мы там дерево валим. Да ты что, пойдемте. Она пошла на дерево, а потом она бежала. Они никак не могут укрыть. Пиво не начнем. Что это такое, ты рассказываешь? Бульё, ну, а тут читаешь книжечку? Да, то есть кашу, а их не даем ука. А, тут супчик, да? А тут кусочек, это, тарелочки, а тут кастрюльки супчик, да? Пришли мы. А я лично утром это поел, приготовила. Молодец. А мы, господи, пришли. Сейчас, хорошо. Сейчас, Илюш, секундочку. Пришли мы домой, папа, не из дома. Папа нас видел. Папа нас видел с балкона, так мы шли домой. А ты у нас читаешь книжку «Поваренок будущий», книга о вкусной и здоровой пище. Вот да, так у нас. Пища. Вероника у нас что читает? Вот. Супчик, варю, 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 никогда не наше-наше. Супчик варим, 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 никогда не наше-наше. Вот так вот, попробуй догадайся. Ложки, 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 еда. Ложки, ложки, еда? Да. Ты моя зяйка хорошая. Так, все, пошла мама мыть обувь и ужинать. Аккуратно, страница перелистывай, аккуратно. Это книги лет-лет уже. А что тут нету? Ну, тут картинки нету. Аккуратно, дочь. Это еще книжка из бабушки моей. Билли Бомба, Галевича, Мишкин дом. Кошкин дом. Кошкин дом. А потом я забегала бом. Идет дым стал бом. Бом. Бом, телебом, телебом. Мы садимся за стол кушать. У нас сейчас Илюша задал. Илья, сядь хорошо, пожалуйста. Очень интересный вопрос. Он сказал, из чего растут оливки? Из чего сделаны оливки? Из мяса? Из мяса. Из оливок. Ай, да, Илюша. Из мяса. У тебя все из мяса. Так, Вероника, спиннер убираем. Нам не понравилось. Как ты, Вероника, называешь спиннер? Спинаусина. Спинаусина. Спинаусина уже даже так? Спинаусина. Уже еще круче.
короче, придумала, был в минус. Теперь сядь хорошо за стол. За стол сядь хорошо, Вероника. Спинал, а теперь я себе спину. Вероника, сядь хорошо. Хорошо, на попу. Ты меня слышишь? Подвинься хорошо. Так, ну что, мальчики раскушают котлеты. Вероника, откажись. С рисом, а... Вероника, а куда она денется, оказалось, она, а у нас овощи, овощи с котлетами. Мне тоже белый. А там, где-то есть еще. Такой, Владик? Батон? Нет, другой. Больше нет. А может, нет его? Какой? Черный? Белый? Белый. Нет, это черный, белый. Который вчера покупали? Нет, он же. Вы вчера искупали его. Белый тоже будет? Что вчера мы это брали? Это будешь? Я нет. Так, я салатик. Кстати, это моцарелла, мне понравилось, как моцарелла, да? В этом больше, чем вчерашний салатик. Я попробовала. Это хлеб. Это? Угу. Это хлеб. Ну да, оно вкуснее, чем вчерашний. Это хлеб. Ты чего кричишь? Ты будешь, нет? Не-не-не, я не буду. Так, ну что, давайте кушать и возвращаться. Приятного аппетита, да, Вероника. Кто это? Крошка. А, укроп, господи. Попал тебе, что это? Давай сюда. Прямо что это? Я потом в субботу дала тренировку, боюсь тренировку. Мама, поешь! Мама, вот вам! Да, вот всем пока и спокойной ночи. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на наш канал. Сейчас поешь. До встречи, всем пока. И не забывайте поешь! А также не забывайте 5 миллионов подписчиков. И кто сейчас кушает, приятного аппетита. Молодец. Илюшкин. Илюшкин. Самому, всем пока. И Вероника, пока-пока. А, Вероника? Вредная девочка, капризная. Пока. Сереж? Всем пока. Весь хорошо. Приятного аппетита, правильно, дочка. Всем хорошего настроения, всем пока, увидимся с вами завтра, уже 24 июня, обалдеть, июнь кончается. Да. Вроде наступает лето, тепло. Да, вроде придают тепло уже, наконец-то. Надеемся, что все-таки будет тепло. Пока-пока-пока!